Если на улице слишком холодно, добро пожаловать на матч. Команда из Курска приехала разобраться, кто сильнее. И это зрелище действительно того стоило. Гости непростые, русичи, лидеры чемпионата. Но ребятам из Десногорска не привыкать. Мастерство и упорство уже не раз приводили их к победе. Взрывное начало первого дня под доминированием «Динамо Росэнергоатом». Потрясающая поддержка зрителей как будто готовит ребят к непростой игре. Курская команда играет активно, нещадно расходуя энергию. Все надеются, это сыграет хозяевам на руку. Игра супер! Просто одно удовольствие. Только победы! Только победы! Верим, надеемся и ждем эту победу. Впечатляет, очень хорошо играют. Достойный баскетбол. Далее развить успех десногорцам оказалось сложнее. Не снижая напора, курские ребята эффективно разыгрывают дальние подачи. Счет постепенно переходит в пользу гостей. Десногорская команда показывает прекрасный уровень игры. Мастерство опытных игроков не дает русичам надеяться на легкую победу. Однако результат зафиксирован. Счет первого дня 70-80 в пользу русичей. Второй день также остался за гостями. 79-85. Играли мы с лидером чемпионата, который в данный момент первое место занимает. Как бы очень такая опытная, сплоченная команда, которая пропагандирует быстрый баскетбол, дальние трехочковые броски. Не готовы мы оказались к такой быстрой игре. Пришлось по ходу игры перестраиваться, но не смогли, да. Концовку у нас не хватило физически чисто. Так как мы такую активную баскетбол и защиту, и нападение проповедуем, то эта команда просто не готова к этому. Если бы у них было пару-тройку замен лишних, я думаю, что они по одной игру выиграли. Пожелаем десногорской команде крепости духа. И напомним, победит не тот, кто сильнее, а тот, кто идет до конца. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.